Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Прямо сейчас я поделюсь с вами идеями для ваших насыщенных и интересных выходных. Не переключайтесь! 25 января отмечается 85 лет со дня рождения советского актера, барда и поэта Владимира Высоцкого. Хулиган и балагур, бунтарь и максималист, герой своего времени, гениальный исполнитель и талантливый актер. Он стал кумиром для миллионов. В честь этой даты в Самаре проходит множество памятных мероприятий, и одно из них состоится в эту субботу в Центральной городской детской библиотеке. Послушать любимые песни, а также узнать больше интересного из биографии и творческого пути Владимира Семеновича можно 28 января в 17:00. А Библиотека народов Поволжья приглашает всех на новую выставку книжных иллюстраций «Крылатые буквы». Иллюстрации посвящены крылатым фразам из самых любимых детских книг «Остров сокровищ», «Сказка о потерянном времени», «Волшебник изумрудного города» и многих других. Также на выставке раскроется секрет рождения картин. Представлены эскизы, наброски и видеоматериалы, демонстрирующие создание отдельных работ. Открытие выставки состоится 28 января в 17:00. В Литературном музее имени Максима Горького проходят встречи на уютных вечерних мастер-классах, где есть возможность пообщаться с близкими по духу людьми, узнать что-то новое из истории моды, культуры и искусства и сделать своими руками сувенир, который можно унести с собой. Например, свечи из натурального воска, открытки и украшения ручной работы. Ближайшая такая встреча состоится 29 января в 16:00. 29 января в Театре «Самарская площадь» показывают классическую постановку «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Культовый сюжет и герои, знакомые всем еще со школьных времен, точно украсят ваши выходные. Начало постановки в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.